У меня музыка уже получается как моя жизнь, вся музыка. С малых лет я те где-то играли, я их через окно вылетал в кусты, что-то шумело. А сейчас я иду, я на там на бомбах играю. Я играю на улице, подошел. Я вот беру, я не знаю, что сыграть. Беру, мне пальцы сами идут, я так в голове сами идет. И, конечно, песни есть, мне хорошие песни есть. И там и грошки, и где такие, и про гром даже написал. Не могу играть одинаково то же самое, что сделал, я уже не могу друг. Это не повторяется у меня, что-то и такой горячий, или какой-то характер такой, я не могу. Уже сделал, уже мне неинтересно, я уже сделал что-то новое. Это прижимаешь, а это я придумал как, думаю, галстук завязывается, я думаю, да я сделаю. И растягиваю, я прижимаюсь, здесь, чтобы воздух не проходил. Звуки идут от пикалок до басов. Вот она.